Мы попали в десятку и даже не целились. И я сейчас не о стрельбе, я о ревизии. Пойдемте, магазин «Десятка». «Десятка» – харківська мережа із 7 супермаркетів, які є в кожному районі міста. Нас сюди кликали. Здравствуйте, ждем вас в Харькове. Сеть магазинов «Десятка». Очень огромные вопросы к чистоте, качеству и свежести продуктов. Тож не завітати до одного з магазинів мережі ми просто не могли. Здрасте. І поки керівництво супермаркету не почуло про наш візит, бігом за лаштунки. Я вижу, что я правильно попала. Возьмите, пожалуйста, сумку и передайте мне мою одежку. Санитарные правила перш за все. И? Что-то здесь темно. Или это у меня уже в глазах темнеет? Крэкс, фэкс, бэкс, фэкс. А вот. Да будет свет. Не действует здесь мое колдовство. Ну что ж, давайте пойдем по темному. Ревизия склада супермаркета «Десятка». Идемте. И светла від наших камер для ревизии вистачить. Так, и куда же мы попали? А, здесь складское помещение и... Здесь есть холодильник. Что здесь хранится? Посмотрите, это не яйца. Це вже мотлох и отрута, и місце їм на смітнику. Еще какие-то яйца, и тоже битые. Еще яйца. Это что, такая акция? Или здесь сказку снимали? Бежала мышка, хвостиком махнула, яичко разбилось. Причем в упаковках. Я не знаю. А этот сыр из какой сказки? На стикере написано, упаковано 17.02 срок годности до 22.02. Сегодня 21 число. Срок годности не прошел. Але вживати его уже не бажано. Да я предлагаю его вообще списывать. Если он в одном холодильнике лежит вот с такими вот соседями, этот товар некачественный. И небезпечный. Вот так. Что еще здесь есть? Ой, а здесь есть еще ржавчина. Посмотрите, какие ржавые полки. Если вы думаете, что мы находимся на помойке, вы ошибаетесь. Мы находимся в Харькове, в супермаркете «Десятка». Да, тут так хранят продукты питания. Абы як. О, что здесь? Вакуумная машина. Именно с помощью вот такого оборудования получается вакуумная упаковка. Вот, здесь завакуумировали и оставили колбаски. Колбаски – это скоропорчащийся товар. Должен храниться при температуре максимум 6 градусов Цельсия. Дайте, пожалуйста, пирометр. Температура хранения этих колбасок на складе магазина «Десятка» составляет 17,2 градуса Цельсия. Зміну закінчили, а продукти полишили без холодильника. Это практически в 3 раза превышает норму. И вот это, это не колбаса, это уже испорченный продукт. Пойдет в торговый зал, возможно, и его, возможно, купят покупатели. Это опасно. Я не от тяжести так вздыхаю. Я вздыхаю от того, что я здесь вижу, какая грязь под этими весами. Посмотрите! Коли востаннє тут прибирали. Да, эта поверхность не знала ласки и доброй руки человека, а также тряпки и моющего средства. Исходя из того, сколько грязи я здесь собираю. Свои желтенькие, красивые перчатки. Теперь они грязные и некрасивые. Бо бруду назбирали на будь-який смак. Куда же его высыпать? Здесь есть какая-то урна. Ох, тряпки грязные, мокрые, вонючие. Какой-то ящик с пакетами бэушными, а урна нет. Теперь я понимаю, почему здесь так грязно. Потому что здесь некуда выбрасывать мусор, поэтому он лежит по всем поверхностям. Так, может здесь урна? Ага, вот она. Все, выбрасываю я. Ай, не прыгай. Тут навіть сміття спочивати не бажає. Да, хоть и темно, но грязь мы здесь разглядели. Пойдемте дальше. Ух ты, и тут света нет. В торговой зале теж суцільна темрява. И персонал від камер ховається. Света! Не отзывается, нет света. Оборудование не работает и продукты портятся. Але тут, здається, це нікого не турбує. Все равно мы продолжаем проверку. О, вижу еще одно служебное помещение. И как всегда меня встречает грязь. Посмотрите, какие грязные эти двери. Чистотою в десятці не заморочуються. Даже невооруженным глазом это видно. Написано, закрывайте двери. Да вы лучше их помойте, а не закрывайте. Идемте. О,
Смотрите, здесь еще я что-то увидела. Это морозильная камера. Это морозильная камера больше похожа на... На трупарню чи... Камеру пыток какую-то. Посмотрите, здесь мясо перемороженное в пакетах. Без стикеров. Такого мяса здесь уйма просто. Здесь лапы какие-то куриные с ногтями. Теж без жодного маркування. И здесь же хлебушек. Один, второй и третий. Что это за товарное соседство? М'ясо, нігті та хліб. Что это за ужас? А здесь целая упаковка мороженого. И на солоденьке повний товарный безлад. Посмотрите, какая здесь грязь. Боже, ужас какой. Даже семечки здесь, кусочки есть. Чего здесь только нету. Господи, порядка здесь нету. Вот чего здесь нету. Фу. Закрываю, хотя можно и не закрывать. Свет это все равно нет. Этот морозильник все равно не работает. Это просто кошмар какой-то, непроходящий. Везде, везде грязь, везде какое-то товарное соседство невероятное просто. У меня на это все есть только одно слово. Читайте по губам. Оно нецензурное, здесь опасность. О, а тут кто-то на светло камер завитав. Здравствуйте. А кто вы? А что вы здесь делаете? А вы можете включить свет? Я не имею права. Что вы не имеете права? Включить свет? Я его охраняю. Светло, чи темряву в супермаркете охраняете? А что вы делаете? Ну, вы рубильник охраняете? Почему? Что провизии завадите? Включите свет, пожалуйста. Вы понимаете, что вы портите продукты, которые хранятся в магазине десятка? Эти продукты потом купят люди, ваши покупатели. Вы понимаете это? Охоронця це, здається, зовсім не обходить. Ви так і будете тримати рубільник? Охранник рубільника? Судячи з усього, так. Ухожу я відсюди. Здесь розмовляти безполезно. А на виході? Ага. Заходите. А що таке? В чому діло? А в чому діло? Чому ви не мішаєте нам проводити? А чому ви командуєте з магазину? Я не командую, я провожу проверку. Меня зовут Наталья Кудряшова. Не, можно вас нет, нельзя. Кто все эти люди в черном? И что они делают на складе супермаркета? Нет, нельзя, мы продолжаем проверку. Можно выйти, там мы нельзя. С вами поговорим. Со мной можно разговаривать здесь, при свете. Почему вы туда зашли вообще? Я провожу проверку. Помещение. Я журналист, и в мои права входит показать, как хранятся. Да, совершенно верно. Лилеша, как вас зовут? Значить, розговор закінчен. Незважаючи на присутність незнайомців у чорному, Наталя продовжує роботу. І так, ми знаходимося в холодильному поміщенні магазину «Десятка». Що тут є? Тут стелажі. На стелажах храниться товар. Боже, голова йде кругом від цього товару. Торчать сосиски приморожені. На знаете, мне нравится ваша передача, но не сегодня. Ни ярлыка, ни дат, ничего. Рядышком стоит картофель замоченный. Картофель уже почернел. То ли от времени, то ли от злости. Непонятно. Что в этом черном пакете, который лежит возле картофеля? Харьковский сувенир? Ой, пакет в пакете, прям как подарок. Мясо! Несподіваний подарунок. Давайте мы поищем хотя бы какие-то стикеры на нем. Стикеров? Нет. Незнайомці нарешті звільняють нас від своєї присутності. А навіщо приходили? А в этой кастрюле уже приготовлена еда. І стикерів знову немає. Зато є рядышком м'ясо сырое, которое уже истекает кровью. Повний товарний хаос. Блін, ну это блін просто. І просто над сирим м'ясом. Там без стикера и на грязном подносе. Что же это такое? Фу! Вы посмотрите на этот поднос. Веками намився. Господи, кошмар какой. Сподіваємось, ці млинці не продаватимуть в магазині. Что в этой грязной кастрюле? Написано соус. В этой кастрюле не соус, в этой кастрюле картошка. Она вареная. Гармидер повний. О! І на сладкий еклер. Щоб завершити бедлам? Господи, і ще й банка. Аджика. Десятка. Ну, з аджикою попали просто в десятку. Срок годності на ній
истек 18 февраля 2017 года. 3 дня назад, со святыми упокой, как говорится. Но только же не здесь, среди продуктов питания, других. Кстати, я ни одного стикера, кроме этого, и не заметила. О, а здесь у кого-то была трапеза. Ну, конечно, приходишь сюда, здесь торчат сосиски, эклерчики. Все для снеданку? Ну, боюсь, если бы этот человек опустил взгляд ниже, он бы увидел вот это, у него бы аппетит пропал надолго. О, господи, опять битые яйца. За что их бьют в магазине в таком количестве? Что они сделали? Чем они провинились? Я не знаю. Какая-то булочка называется «Престиж». Это супер престиж оказаться в такой крутой компании, в таком крутом месте. Здесь крутые пацаны, правда, немножко битые. Ну, жизнь побила, бывает такое. Суседство непрестижно. Смешалось просто все, абсолютно. Ой, а вот это вот что? Боже мой, здесь трупы истекают кровью. У бруднющому бидоні. Как вот это может храниться без холодильника? Рыба должна храниться при температуре максимум плюс 6 градусов. Это... То вона жива? Слушай, у меня чуть сердце не остановилось. Она же еще живая, она все в крови. Господи, ну вот как можно довести магазин до такого, чтобы меня чуть не довели просто до инфаркта? І скільки ця бідолаха тут смерті чекає, невідомо. Господи, фу. Вам плохо? А как здесь может быть хорошо в этой кладовке? Где грязно, где смешались просроченные продукты, не просроченные? Але невідомих в чорному це мало цікавить. Вони знову заблоковують Наталю в холодильнику. Выйдите, вы мешаете работе журналиста. Вы понимаете, что вы можете в тюрьму за это сесть? Ну, что делать? Навіть так? Представьтесь, пожалуйста, кто вы есть? А вы кто есть? Меня зовут Наталья Кудряшова, ну, что, третий это раз. Мне ни о чем не говорит. Журналист, новый канал, ведущая программы «Ревизор». Давайте выйдем и посмотрим. Конечно, редакционное задание. Мне главное, давайте посмотрим ваши документы, только давайте выйдем при этом. Нет, проходящему ничего не показываю. Кто вы есть? Это не на меня направлять, я не. Ну зачем вы мне в лицо? Невже тітушки? И обличчя навмисно приховывают. Трогайте камеру руками. Как происходит вообще? А что делаете? Я буду обороняться рыбой, не прикасайтесь ко мне. Але люди в чорному атакуют. Уже камера, ты что? Вы что творите? И за всем этим трешем спокойно спостерігає людина у форме. Здравствуйте, вы милиция? Покажите. Спасите меня, пожалуйста. О, побачивши людей у форме, незнакомцы снимают облогу. Здравствуйте, я Наталья Кудряшова. Здравствуйте. Новый канал «Ревизор магазина». Мы проводим проверку. У нас есть редакционное задание. Мы журналисты, действуем согласно Конституции Украины. Вот эти незнакомые люди в капюшонах, в черном, не представившись, заблокировали нас здесь, в холодильнике на складе. Вот наши документы, пожалуйста. Да, да, да. Извините, я просто волнуюсь, такое пережить, это кошмар какой-то. Вот наши санитарные книжки. Мы все находимся в санитарных одеждах. Вот наше редакционное задание. Мы здесь имеем право работать и снимать программу. А нет. Кто эти люди? Что они здесь вообще делают? Сейчас пошли узнавать, что это были за люди. Хорошо. Я извиняюсь. А вы можете их пока изолировать от нас, а мы будем проводить проверку, чтобы они нам не мешали. Да, сейчас, секундочку, сейчас будем все выяснять. Да, идем. А мы поки продолжим. Ну что ж, возьмите документы, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, мои перчатки, мы продолжаем проверку. Люди в черном нас не остановят. Идемте в торговый зал. В кромешной тьме пытаемся проливать луч света в этом темном царстве. Я вижу витрину с кулинарией. Кулинария в этой витрине портится, потому что холодильник не работает. И не охолоджує, бо світла ж немає. Витрина открывается со стороны зала? Нет? Нет, не открывается. Ну что ж, я тогда пройду за нее и попробую измерить температуру хранения. О, мы достанем. Дайте мне, пожалуйста, мой пирометр. О, охоронець рубильника покинув свій пост. А що ви здесь делаете? А ви можете включити світ? Я не маю права. Я його охороняю. Температура на моєму пірометрі 12,3 градуса Цельсія. Ця температура повищена вдвоє. Кулінарія повинна хранитися максимум при температурі плюс 6. Вона тут вже не хранитися, вона тут вже
портится. Невже все це продаватимуть покупцям? Персонал магазина «Десятка», включите, пожалуйста, свет. У вас здесь умирают продукты питания. А могут умереть ваши покупатели, если вы им продадите их. Та персоналові байдуже. Ну что ж, возьмите мой пирометр, я сейчас прийду. Сподіваємось, цього разу рубильника ніхто не охороняє. О! Доступ вільний. Ну що ж, да буде світ. Yes! Світ, світ, світ! Возвращаємося в торговий зал. Ха, я супермен, вернее супервумен. Только что я спасла магазин «Десяточка» от смерти продуктов питания. Але, здається, охоронець категорично проти. Продолжаем проверку дальше. За этим прилавком мы видим, куры продаются. Но они уже здесь не просто лежат, они здесь уже плавают. Опять свет выключили? Саме так. Но это уже вредительство, простите. У охоронця в десятці одна робота – рубильника охороняти. Доведеться продовжувати у темряві. Я напоминаю, мы находимся в городе Харьков. Вот такая вот ревизия по темному. Магазин «Десятка». Повернемося до вітрини з м'ясом. Кури продаються, які осуществляють заплив. У них що, олімпіада по плаванню? Не знаю. Но храниться вот в такой жидкості в сукровице они не можуть. Как бы проверить, как бы ее достать? Без довгих рук не обійтися. Малыш, помоги мне, пожалуйста. Ревізор магазини має довгі операторські руки. Спасибо тебе большое. Итак, это гастроемкость. В ней плавает курица. Именно плавает, я не ошиблась. Потому что она вся в сукровице. Курка-плавунець. Посмотрим, есть ли здесь какая-то информация о дате изготовления, о сроке годности. Про термин придатності можна тільки здогадуватись. Без дати філе. І скільки це нещастя може продаватись, одному Богу відомо. Мой вердикт – не продавати і не употребляти. Это опасно. Оставляю его здесь сверху. Какая разница, что оно лежит внутри неработающего холодильника, что оно лежит снаружи неработающего холодильника. Возможно, так его хотя бы заметят быстрее. Что ж, идемте дальше. А далеко ходить не буду. Я буду проверять сроки годности. Вот и первый клиент. Созрел. Это зефир в шоколаде. Знаете, когда говорят о красивой жизни, говорят, что человек живет как зефир в шоколаде. Ну что ж, мы посмотрим, как живет этот зефир и живой ли он до сих пор. Он уже умер 5 дней назад. Срок его годности истек 16 февраля 2017 года. Ой, чтоб ты так жил. Нет, не надо так жить. Давайте мы посмотрим еще один. Нет, этот зефир не просрочен, видите? Он до 30 марта 2017 года. Ну, как говорится, в семье не без просрочки. Просрочку в десятке мы уже нашли. Давайте мы ее обезвредим. Дайте мне красную наклейку. Это продавать нельзя. Вот так. Ходимо далі. Что же здесь за поворотом ждет нас? Темнота. Так, это холодильник с молочными продуктами. Первое, давайте мы проверим чистоту. Посмотрим, убирают здесь в торговом зале или нет. Пыль есть. И ее чимало. И эта пыль отсюда сыпется прямо на молочную продукцию. Дайте чистую перчатку. Спасибо. Да, грязно здесь не только сверху. На улице города Харьков. До нас еще гости. Здравствуйте, подходите сюда. Здравствуйте, знаем. Здравствуйте. Передачу. И це приємно. Добрый вечер, патрульная полиция города Харькова, лейтенант полиции Плинский. Предупреждаю, ведется видеофиксация, у вас тоже. У нас тоже, видите как. Ситуация стандартная, по-моему, свет вы выключили в магазине. Да. А вы обізнані. Мы приехали на проверку, свет был, потом выключили этот свет. Неизвестные люди в черном начали драться. Ну как же так? Я понял. Сейчас установим данных граждан, укажите, кто это был, примем заявление. Для обеспечения безопасности мы находимся здесь. Хорошо, сейчас, спасибо. Сейчас попробуем решить проблему со светом. Я даже знаю, где он включается. Где? Я уже один раз включала, но потом его опять выключили. О! Yes! Свет, свет, свет! Возвращаемся в торговый зал. Идемте. Але дорогу до рубильника знов перекриває невідомий. Ми ждемо вам в інженера. Чому поможете? Так ось як коротке замикання виглядає.
Извините, а вы можете выяснить, кто это? Да, я сейчас выясню у гражданина. Смотрите, мне требуется установить... Я буду с вами разговаривать, когда мне, как честному лицу, не будут сзади сюда. Что? Невідомий навіть поліцію ігнорує. Согласно 307 статьи Гражданского кодекса, магазин является общественным местом. Разрешена фото-видеофиксация любых граждан. У нас видеофиксация ведется согласно 40 статьи. Поліція завжди на нашій стороні, тому що з нами правда. І поки поліція встановлює особу невідомого, ми продовжимо. Риба моя! Що ж ти лежиш і мовчиш, а? Интересно, она живая или нет? Что она? Она двигается! Она дышит! Она дышит! Жива рыба має жити в акваріумі. Господи, здесь не только умирают продукты без включенных холодильников. Здесь умирают рыбы. Вот так медленно, шевеля жабрами. Бідне створіння. Выкладывать на лед еще живую рыбу. Но это антигуманно, правда. На льду должна продаваться охлажденная рыба, а не живая. Кто ж морит живой организм вот так вот? В десяти, мабуть, це норма. Это не кошмар, это больше, это Харьков. И вражень від магазину «Десятка» на сьогодні вистачить. Бррр! Мы попали в десятку и даже проверили ее. Было страшно темно и просто страшно. В магазине грязно, везде, и на складе, и в зале. Оборудование старое, ржавое, грязное, и продукты в опасности. Просрочка тоже есть. Негатива столько, что одобрить десятку в Харькове на Плехановской 73 я не могу. Не хочу и не буду. Это не десятка, это ноль. З ефектом перешкодження журналістській діяльності в магазині «Десятка» командою «Ревізор магазини» зроблено офіційну заяву до правоохоронних органів. Наразі триває слідство. Це був Харків. Тут просрочку і грязь намагалися скрити темнотою, а зальоти на складах – кулаками. И только в кондитерском магазине обошлось без ложки дегтя. Поэтому уходим мы не по-английски, а по-французски. С любовью. Au revoir.